Яндекс.Игры – игровая интернет-платформа компании Яндекс. Позволяет играть через браузер с десктопа и мобильных устройств. Некоторые игры доступны только для пользователей Яндекса, а другие можно играть с любого устройства. Также на платформе есть возможность создавать свои игры и делиться ими с другими пользователями. По состоянию на январь 2023 года число игр, входящих в каталог, превысило 10 тысяч, а играть стало более 11 миллионов человек в месяц. По словам руководителя Яндекс.Игр Павла Епишина, 70% проведенного на платформе времени приходится на игры с мобильных устройств. При этом 46% общего времени приходится на гиперказуальные игры. Яндекс.Игры отлично подойдут для начинающих геймдев-студий, потому что платформа, можно сказать, является паблишером на минималках. Пройдя модерацию и выпустив игру, она будет находиться в разделе новинок 2 недели, что может помочь продвижению без каких-либо вложений. Также вы заключаете с Яндексом договор и получаете права на показ рекламы и продажу игровых объектов. В следующем видео мы расскажем о том, какой игровой движок лучше использовать инди-разработчику.